Всем привет! С вами This is Life. Привет, друзья! Мы немножко задержались, да, у нас было много... Много подготовительных работ. Да. Вот, поэтому мы сразу вам скажем, пожалуйста, подписывайтесь на нас, на нашу вкуснятину, на нашу доброту и не только. Да. И ставьте лайк, комментарий. Комментарий обязательно. Сегодня наш очередной мукбанг-терапевтический вечер. Закрутил. С Викторией и Александром. Вот, ребята, сегодня я не знаю ничего, Вика сама что-то делала, она вам сейчас все расскажет, а я настолько голодный, что я хочу есть, сейчас я налью кваса и буду есть, а она вам все будет рассказывать. С удовольствием. Сегодня опять ее перформанс, она выступала по полной программе, вот это все, что вы видите, это ее рук дело. Да. Давай, сегодня у меня сценические реснички. Ну почему? Надо было не говорить. Ты мне сказал, какие будут у тебя настоящие реснички. Да, резко отрастила. Намазала растишкой. Резко выросли, да. Так вот, сегодня, ну, в принципе, в превью к видео вы видели, что там было. Тут у меня курица запеченная с грибами, с картошкой, с лайсами, с перцем красным болгарским. И все это под сыром моцареллой, еще два вида сыра, не помню. Ну и кукурузу мы запекли тоже в зире и копченой паприке с маслицем. Немножко паприки, да? Да, я поливала все вот это, кукурузку поливала вот этим соусом, который божественным получился. Божественным соусом. И все это в сметане и в сливочном масле там чуть-чуть. Могу я уже начать? Да. Да. Это курица, да? Аля, посмотри. Да. Look at this. Пар идет, да. Горячая. Горячая кукуруза. Так, 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 ты как на вас на одесском пляже, да? Что ты такой худой, кукурузки возьми, да? Вкус нечто иное. Вот так вот, приобрели деревянные ложки. Мне что-то так захотелось прям деревянными ложками поесть. Бебе хватанул, оно горячее. Будь осторожен. Сыр ароматный. Слушай, кукуруза вообще класс. Угу. Это в духовке, да? Да. Nice. Very good. Всем почитателям моего таланта по накалыванию. У нас еще есть вилка. Я хотела сегодня, с вашего непозволения, или позволения, вот смотри, как тянется, обсудить комментарии одной Давай, юной особы. Немножко, но сначала мы поедим, да. Вместе с вами, надеюсь. Вы с нами тоже кушаете. Никого не слушаете, кроме нас. Салатик просто из салатных листьев. Лимонный сок, оливковое масло. Вот это вот шкурочка. Курица вот эта. С сыром. Ой, тут грибочек. Это грибок, да? Ну-ка дай-ка посмотреть. Можешь даже отрезать. Давай. Он горячий, как не знаю что. Только из печи. Блин, вкусно. Хозяюшка моя. Вот так вот. Ну что, сделано с любовью. Когда настроение у хозяйки хорошее, тогда и все хорошо. Мы это назвали просто голодный отпуск. Так сегодня и у меня, и у Александра первый день отпуска. Да. Небольшой вакейшн. На недельку я взял. В связи с чем, моя хорошая? В связи с тем. С тем, что у меня завтра, что? День повидла. Повидла. Так вот. Мои словечки воруют из прошлого. Как так? Это же я только что придумала. А, да, повидла? Да. А ты так говорил? Конечно. Слушай. Нам в школе давали на второй завтрак хлеб серый и ложка повидла. И чай. И чай.
хлеб бухал. Вообще словцо такое повидло. Так, что у нас тут еще есть? Картошечка есть? Есть мексиканский лучок. Я бы тоже не отказался. Можно мне? Я такой жирненький. А солька есть? А сольки нема. Как и ложки. Как и ложки, да. Не, ложка у меня есть, вот. Угу. Вот это ты имеешь? Я про матрицу. В прошлом видео обсуждали. Я слабо помню эту матрицу. Мексиканский лучок, он прям сладкий такой. Меня в детстве называли Вика Кукуруза. Значит, я могла съесть целую кастрюлю. Ко мне придут друзья, сварят мама на всех. Ну, как выясняется, не на всех. Кто не успел, тот не присел. Кто не успел, тот опоздал. Вот такая у нас тут картофанка. Пропеклась хорошо. О, слушай, смотрите, как сыр прям стекает. Я классика выпью. Да. Безумно горячая еда. Но очень вкусно. Так вот. Иногда я думаю, что все-таки мукбанг неплохая идея. Почему? Ну как почему? Снимаешь видео, заодно и покушать можно. И пообщаться. Но я вот чувствую, что вот кто-то сейчас, в данный момент, вот там вот, за ту сторону, с нами кушает. Вот я это прям уверена. Приятного аппетита, ребята. Бон аппетит. Катеня, а мы про стрим будем что-нибудь говорить? Естественно. Я сейчас хочу анонсировать. У нас будет стрим. У нас он будет в субботу. В субботу по Москве в 10 Нет. вечера. Не в субботу. В субботу. Я решила, буткам все-таки пусть Элла завтра проведет. Тогда это прямо завтра, ребята. Да. Завтра у меня что? А завтра у меня... Маленький мой маленький. У меня завтра... Он у меня родился только. Такой. И еще сколько у нас... ты, во сколько ты сказала? В 10 утра? Да. А во сколько ты родился? Я родился в 0 часов 40 минут. А, слушай, ну а что заходит... Последний выход в свет состоялся, именно ножку выдернули и сказали. 0 часов 40 минут. Ты ножками шел? Ну или голову. Ножками это... Ножками это другие выходят. Я вообще родилась путем кесарева, так что я этого маршрута не знаю, маршрут перестроен был. Хотя моя мама могла родить, в принципе, сама. Но ей почему-то... Мне мама нормально родила. Ей почему-то рекомендовали кесарево, вот. А слушай, тут сейчас всем рекомендуют, зачем мучиться? Это был 89-й год. Ну, уже все было, все современные технологии. Моей маме ставили на УЗИ близнецов. В итоге получилось только я, и ей почему-то принуждено сделали кесарево. У нас есть вопрос, может быть, где-то есть у меня близнец, сестра или брат. Отзовись, если что. Увидишь меня, пиши, может, мы с тобой кровные родственники. Может, так сказать, может, кому-то отдали. У меня один знакомый был. У меня один знакомый своего брата-близнеца называл, как это, господи, огнеагрегата, типа... донорские, типа, донорскую машину. Типа, а, если ну у него да. что-то заболело, у него заберет органы. Хорошая идея. Вообще, сколько фильмов на этой теме, там, детей разлучили в роддоме, и понеслась вся эта катавасия, короче, вот эта. Да-да-да. Мелодраматическая. Да. От хрустящий хлебушок. Катень, это невероятно вкусно, правда. Я еще по кукурузке, можно? Так вот, пока вы еще не наелись и не положились спать, я хочу все-таки обсудить один комментарий
в субботу, завтра, ну, а когда мы это видео положим, сегодня, что ли? У нас время будет? Да, наверное. Ну, я еще напишу в телеграм-канал наш, подписывайтесь, он будет в закрепленном сообщении. Да, ребят, заходите на телеграм-канал, там у нас будут новости. Угу. Это самое. Все подписки, плюс мой канал, не это самое, не пропускайте. У меня там песенки про любовь. Люди иногда пишут, говорят хорошие. Ссылка на мой канал в описании канала. Да. Заходите, там написано о канале или about. Там наши все ссылки рабочие. Там главное еще есть Instagram. Мой и... Подожди, а мой есть там Instagram? Я не помню, еще, по-моему, нет. Ребят, мне Instagram, честно, не нравится. Ну, что там? Ну, фотоешь, постаешь, что-то там. Тема не очень правильная. Общаться как-то там криво. Вы знаете, нам очень приятно, когда вы пишете, мы по вам соскучились, мы вас любим. Знаете, вот я чувствую эту любовь, и я вот чувствую, что я тоже по вам скучаю, когда мы долго не выкладываем видео. Ух, халапинья. Халапинья, тут а где халапинья? Тут я есть хочу. Еще халапинья. А, есть, да? Но мне не достало. Ну да? Вот, еще смотри, есть вот в декоре. Ну, можешь давай грызануть. Я откушу чуть-чуть. Ух! Перебей. Не сейчас. Это будет матч. Так вот, комментарий. Это что, курочка еще вот эта, да, Бэби? Да, я хочу попробовать курочку. А ты что, не попробовал? Нет, еще. А вот это что? Курочка. Что это курочка? Курочка. А вот это что? Попался. Да курица вот вообще теперь супер. Ну, про это, квасика попей. Сегодня ездила на Сашином Линкольне сама в магазин. Он такой тяжеленький, но я справляюсь. Я думаю, что-то долго ее нет, думаю. Уже, наверное, там... А я нет. Запарковалась даже ровнее, чем какого-нибудь Саша. Бомжа переехала, думаю. Мне очень хотелось, но я сдержалась. Они с тачками тут ходят, с тележками. А, мой рот. Рот печет. Беб, ну а как бы ты, как это блюдо вообще ты назвала? Там, курица. Курица по-французски или как? Типа что-то мясо по-французски, да, такой курица. Ну да, но только с картошкой, с помидорами, с грибами. Но я сказала, это запеканка. С болгарским перцем, да? Это ну типа запеканки. Просто жаркое в духовке. Можно так сказать. Но курицу вот мы берем в магазине одном. Тут именно красненькое мяско, как у домашней курицы. Класс. Да, органик. Ну, я слабо в это верю, но тем не менее. Но по вкусу очень так напоминает реально домашнюю курочку. Хотя бы можно, ну, так сказать, подумать об этом, правильно? Да. Ну, вот, гляньте. Вкусная, насыщенная. Смотри, какая бульонец какой, глянь. Возьми ложечка деревянная. Нет, я хочу взять хлебушка, не деревянная. Так. Ты думаешь? Ах, гад. Давай, возьми, сделай, как я. У меня перца. Вот так сделаю. А, слезы текут. Ну давай, быстро. Я? Да. Горячий? Угу. Ну как? Это подстава, ребята. А это подстава. Хорошо, спасибо. Так, все-таки я найду этот коммент. Ты пока пообщайся с нашими прекрасными подписчиками. А я... Я с удовольствием, ребят. Мне пообщаться, хлебом не корми. А я пока... Викуля мне не дает, вечно ругает, что я все время перебиваю ее. О, да. Видите, вот опять. Я нашла комментарий, вот, но я хочу найти имя. Не помню, где-то на Скумбриевича это было, либо на Бишбана. А какой комментарий? Ты прочти, я, может, вспомню. Про то, что мы с тобой... Как сказать? Ради денег мы снимаем мукбанг, на самом деле мы даже ненавидим друг друга. Это там был один черт, не знаю, не хочу оскорблять человека, может быть, он не со зла. Говорит, они специально встретились для мукбанга, Бэби, ну это же супер, мы встретились для мукбанга, вы понимаете? Мне очень понравился еще комментарий, я хочу передать привет от себя Юлии Митрофановой.
Она написала: «Привет, дорогие. Саш, спасибо, в прошлом видео упомянули комментарии мои». И в этом тоже упоминаем. Юлия, она попросила, чтобы не называть ее женщиной. Не называть ее женщиной, хоть ей всего 85. Она так и написала: «Мне лишь всего 85, поэтому не называйте меня женщиной. И на ты, пожалуйста». Да, поэтому я говорю: «Сашка, ты говоришь, что я уже взрослая женщина?» Нет. Нет, тебе до взрослой женщины далеко еще, как показала практика. Я был неправ. Она у меня совсем маленькая еще. Вообще, да? Как почти что ребенок. Я иногда ребенком называю, знаете. Ну, она не обижает. Ты не обижаешься? Нет, ну, иногда. Ну, когда, как можно когда у меня зубки режутся. А, ну да. Она плачет, хныкает. Да. А, на супе, по-моему, этот комментарий. Слушай, точно. Какая-то невероятная курица, нежная. Прям во рту тает. Я хочу картошечку. Я говорю, чем ближе к жене, тем вкуснее еда. Чего? Ну, тем ближе к статусу, тем вкуснее еда. А, и там, в смысле? Не сразу все карты выкладывать. О, все, нашла, ура. Ребята, этот ник Теле2Prime. Я считаю, что ты очень откровенный человек, и спасибо тебе за комментарии. И прости, за откровенность. И прости, что мы вызвали у тебя недоверие. Первый комментарий. Почему ты врешь? Почему ты врешь? А кто? Телепрайм пишет нам: почему ты врешь? Я пишу. А кто ты? Ты или я? А вот именно. Не люблю. Второй комментарий. Не люблю иностранные акценты в русской речи. Пара бомжей. Не, ну, если говорить, сказать о бомжах, да. Да. Иной бомж посвободнее другого человека будет, но мы-то как. Ну да. Он имел в виду, наверное, даже не знаю что. Мы бомжи, Саш, ты что, забыл об этом? Ну вообще, да. Это вообще мы в палатке сейчас, на самом деле. Вы просите нас рум-тур, но нет. Рум-тур. Палатка-тур. Какой рум-тур, да. Фу, противно слушать тренера. Следующий комментарий. Вы знаете Сокол Мукбанг? Саня, это что, ты что ли? А я тебя раскусила. Это привет тебе. Не, Соколу привет, anyway. Да, реально. Красавчик, наш коллега. Вот, наш, так сказать, помогает нам и все такое. Санек, привет тебе от нас. Привет. Все, кто смотрит тебя, смотрят и нас. И кто нас смотрит, идите смотрите. Называется «Сокол жрет». Да. Так скромненько, да? Мы можем оставим ссылочку. Закрепим. Вот. Врунишки. Ненавидят друг... Ненавидят, отдельно написано, друг друга. Но деньги рулят. Врунишки ненавидят друг друга, но деньги рулят. Александр. Деньги рулят. Дай какие деньги? Кушай. Читай, я просто смеюсь немножко рядом. Вот. Давай. Далее. Что лесба далее? Плюс гей. Ой. Это цитата. Лесба плюс гей. А теперь решим, кто из нас кто? Дорогая. Дорогой. Короче, мы врунишки, и мы ненавидим друг друга. Короче, Саш, нас рассекретили. Мы встретились только лишь ради денег. Но она молодец, слушай. Она рассекретила наш секрет. Она или он? Оно. Просто оно. Короче, всяких фриков читать, это знаешь. Это прекрасно. Я вот сейчас зачитаю вам один коммент. Ну, он не коммент, а как бы просьба. Зугра Кулебекова пишет: передайте, ну, очень теплый коммент о том, что мы делаем, и так далее, и так далее. Вот. Ребята, приятно смотреть, желаю вам, с нетерпением ждут наши новые виды. И она попросила передать привет ее доченьке. Ее доченьку зовут Наргиз, и она сказала, что у нее недавно был день рождения. Поэтому мы там почти рядом. Поэтому мы, конечно, передаем привет вашей доченьке Наргиз. Привет, happy Наргиз. Birthday. Happy birthday. Мы, правда, не знаем, какого числа именно конкретно. Ну, говорит, недавно, значит, недавно. У меня тоже недавно будет. Завтра было. Завтра было, да. Завтра было день рождения. Спасибо, вкусно. Так что пусть будет здоровенькая, пусть хорошо учится в школе, радует родителей. Хорошо, это немерено вкусно. Мясо вообще отпадное.
Я хочу еще попить. И картошечка. И картошечка, и грибочки. Еще розмарин тут был. Ну, вы видели. Вот он еще слегка притарчивает тут. Кстати, чувствуется вот такой аромат. Я что-то уже наедаюсь, блин. Я еще нет. Еще нет? Я так проголодалась, пока готовила, ничего не пробовала. Пока нету таких красивых заголовков, но, по-моему, у меня где-то тут один я сохранил. Если найду сейчас. А, это по-моему. Вот интересный заголовок, я просто выделил. Россиянам объяснили важность употребления яиц. Я вот не могу понять, зачем россияне были такие глупые, тупые, не понимали важность значения употребления яиц. А самое главное, вы знаете, вы никогда не догадаетесь. Я открыл эту статью, а там написано, вы понимаете, в яйце, оказывается, есть белок. Реально? Я читал, я ржал просто. Я говорю, вот, ну знаете. Я не знала об этом, сори. Или опустилось уже все настолько до такого примитивизма и до такого вот, я не знаю, в яйце, оказывается, есть белок. Ну, допустим, да, многие не знают, что это белок, и просто их едят. Они просто не уточнили, в каком яйце. Ну, не в Кофеевом же. Ну, там тоже есть белок. Или там в яичке. Утка, яйца. Давайте не будем уточнять. Да. Ну, такие заголовки ныне. Помидорка. Раньше открываешь газету, читаешь там. Что, горячо? Ну что ты, мой хороший? Тейсти, вкусняк. Тейсти? Да, мне тоже тейсти. Очень жарко почему-то. Ешь потеря, вот омерзни. Как это называется? ASMR. ASMR. Как интересно расшифровывается, я даже не знаю, аббревиатура ASMR. Даже не думай. After sound me. After sound мир прекрасен. Мир Распутин. Мир Распутин. Что тебе, лучка дать? Беленького ты хочешь? А у тебя есть? Ты уже там съела. Как хочешь. Мы недавно делали операцию на зубе, рутканал. Поэтому сейчас немножко аккуратнее ем. Скажите спасибо, буду валиться пока что в отпуске. Но буй валиться. Скоро вернется. Буй валиться. Ну и конечно же, наши совушки попадали там. Кто не в курсе, смотрите наши предыдущие тоже видео. Квасика мне, пожалуйста. Сейчас налью тебе квасик. Я хочу пару ложечек вот этого. Взяла сегодня ингредиенты для мохито. Будем завтра делать безалкогольное мохито. Взяла мяту, лайм. Но я, наверное, с вашего позволения, 50 грамм Хеннесси тадерну. Ты не растрать все деньги на Вегас, которые нам отложены. А, Вегас? Ну, а то, кстати, что, мы едем в Вегас? Или что? Да, в понедельник мы едем в Вегас. Мы забыли вам. Ну, давай расскажем самый главный секрет. Мы купили билеты, ребята. В Вегасе открылся новый аттракцион, новый концертный зал, который называется Сфера. Кому интересно, сходите, погуглите. Называется thesphere.com. Короче, это такое, как почти как пол стадиона, там 20 тысяч зрителей, огромный шар такой, он весь состоит из LED-дисплей. И внутри, и снаружи. Огромный такой моргающий глаз на пол города. Это и жутко, и прикольно. В общем, мы идем смотреть туда представление.
Когда мы в среду, да, или выберем? Во вторник? Ну и не только представление. Еще узнаете, что... У нас еще будет другое представление, о котором мы вам расскажем попозже. Угу. В следующем видео. Но если это видео мы сегодня положим в эфир, то значит... Подожди, ну тогда получается завтра у нас суббота. Завтра да. Суббота, и завтра у нас будет стрим. 10 PM, 22 часа по Москве, правильно? Да. Ну смотрите, мы может быть чуть-чуть вперед, чуть назад, но скорее всего так и будет. В 10 по Москве мы сделаем эфир. У нас будет утречко, мы встанем бодренькие, так сказать. И поболтаем. И, наверное, знаете что, нальем кофейку с утра, да? Ага. По бутербродику. И с часец поболтаем. Ну, если, конечно, к нам кто-то придет. Может, даже дольше. Может быть, даже дольше. Ребят, насчет кофейку. Пишите вопросы, будем все отвечать. Вика будет отвечать, я буду молчать. Насчет кофейку. Да. Ребят, напишите в комментариях, пожалуйста, кто тоже не может пить кофе, и у него начинается какое-то вот состояние, ну, дискомфорта и такой тревожности прям от кофе. В течение где-то часа-двух. Плюс-минус. Напишите, пожалуйста, что я не одна такая. У меня это началось после рождения ребенка. Раньше я могла пить кофе много. А потом раз, и все. Лавочка закрыта. Состояние тревожности. Не будет у тебя больше никакой тревожности. Все, твои все тревожности закончились. Да? Да. Окей. Что такое? Что за тревожность? Какая штука. Как-то, если вам тревожно, вместо кофе добавьте туда, не вместо, а в кофе добавьте 50 грамм коньячку. И все ваши тревожности, так сказать, и бодряк сразу, и все нормас. Я лично уже очень наелась. Я тоже, я уже не могу, котенька. Будем прощаться, это мы оставим на потом. Давай немножко пободрее. Ребят, молодцы, пишите там комментарии, много просмотров. Просто супер, вот. И Викуля сегодня нам рассказывала долго и нудно, долго и много. В общем, This is Life всегда с вами. Подписывайтесь еще раз, ставьте лайк, любите этот мир и нас тоже. И мы вас любим. Пока-пока, кушайте с аппетитом.